Ежегодно в начале весны на конкурс «Солнечный зайчик» в Рязань приезжает почти 1000 детей из разных городов и ближнего зарубежья. За 28 лет своего существования география городов-участников конкурса расширяется, а участники становятся студентами ведущих музыкальных вузов, лауреатами уже взрослых конкурсов, участниками ярких телевизионных проектов. В этом году открытие состоится уже завтра, 26 февраля. Мы, конечно, постараемся сделать так, чтобы конкурс наш прошел достойно, чтобы самое главное, для чего дети приедут, а это получить заслуженные места, которые помогут им в дальнейшем пути творческом, образовательном, потому что основная масса наших членов жюри – это педагоги самых уважаемых учреждений нашей страны по их направлениям – вокалу, хореографии. И это, наверное, самое главное, для чего они и приезжают. Стоит отметить, что в составе жюри профессиональные педагоги, композиторы, актеры, продюсеры и режиссеры. Закрытие конкурса 1 марта. И в этот же день в Рязани отпразднуют широкую масленицу. Как всегда, в программе разнообразные гуляния. С 24 по 29 пройдут в парках мероприятия. А 1 марта мы ждем всех на площадку торгового центра «Кит» в 12 часов. В 14 часов у досугового центра «Октябрь», в 15.00 перед ДК «Приокским» на новой территории и в 15.00 в Солочи. Хотелось бы остановиться мне на нашем основном празднике. Это 29 число с 13 до 19.00 Центральный парк культуры и отдыха. Новая площадка для праздника – Зеленый театр в Центральном парке культуры и отдыха. По задумке организаторов будет более удобной для людей. Масленичная неделя уже началась на территории лесопарка и идет с 24 февраля. Запланировано 32 мероприятия во всех районах города. Семен Иванов, Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».